приветствие! Спасибо, что зашли на наш канал. Приходите еще. Сегодня приготовим белые грибы в сливочном соусе. Перечень ингредиентов очень небольшой. Это 200 мл сливок, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, немного сливочного масла для обжаривания и специи. У меня здесь лавровый лист, душистый перец, а также перец горошком. Ну и главный ингредиент — это белые грибы, 300 грамм. Сначала мелким кубиком нарезаю лук. Грибы я буду нарезать вот так вот вдоль, потому что я хочу, чтобы было видно вот срез белого гриба. Но, конечно, более практично просто нарезать кубиком. И измельчаем один зубчик чеснока. На смеси сливочного и растительного масел обжариваю лук до золотистости. Румяный, уже подрумянившийся лук я снимаю со сковородки, и теперь я партиями буду обжаривать белые грибы, потому что они у меня достаточно крупные. Если вы кубиком нарезаете, то можно все сразу. И также обжариваю на смеси сливочного и подсолнечного масел. Обжариваем до румяности. Вот приблизительно до такого румяного состояния я их обжариваю. Несколько грибочков я оставлю для декорирования. А сейчас добавлю в сковородку все остальные грибы. Вливаю сюда 200 мл сливок. И под крышкой протушу 20 минут на умеренном огне. На этом же этапе я добавляю душистый перец и перец горошком. И под крышкой тушим. Теперь я добавляю чеснок, а также весь лук, перемешиваю. Теперь на этом же этапе я добавляю лавровый лист и солю по вкусу. И оставляю минуты на 3 под крышкой, чтобы они протушились и обменялись ароматами с лавровым листочком, с чесночком, и все готово.